Невесомость. Испытав это состояние, сможете лучше понять состояние нулевой гравитации, легкости, свободного движения, когда сила притяжения больше не властна. Именно так можно описать мою авторскую технику живописи спиртовыми чернилами. Невесомая реальность. Здесь кисть — это поток горячего воздуха, а краски — самые настоящие чернила. Невесомость. Испытать это возможно. Для этого нужно просто взять в руки чернила и отпустить себя. Довериться потоку прозрачной, легкой краски и просто быть в моменте. Звучит заманчиво? Освободись от оков повседневности и вылей свои мысли на холст, чтобы подарить этому миру красоту. В каждой капле невесомость. Приглашаю на мой онлайн-курс по созданию роз спиртовыми чернилами. Подробнее на сайте.